эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Лучшим работникам жилищно-коммунальной сферы вручили почетные грамоты. Я каждому из вас хочу сказать огромные слова благодарности за ваш труд, за вашу работу, за вашу инициативность. Секреты журналистики. Сотрудники газеты «Видновские вести» провели мастер-класс для учащихся 9-й школы. Меня очень интересует сфера журналистики, телевидения, и мне очень интересно послушать поподробней. Более 60 участников сразились в областном турнире по русским шашкам «Видновский дебют». Уровень ребят очень хороший. Есть несколько кандидатов в мастера спорта, даже один мастер спорта. В преддверии профессионального праздника лучшим работникам жилищно-коммунальной сферы вручили почетные награды. Торжественное мероприятие прошло в детской школе искусств города Видно. Людей, ответственных за комфортные условия жизни, поздравила и наша съемочная группа. Обычно работу этих людей замечают только тогда, когда система выходит из строя, а между тем сотрудники коммунальной сферы ежедневно прикладывают колоссальные усилия для уютной и комфортной жизни населения. Наша работа с вами, а я себя в том числе отношу к работникам ЖКХ, она тем важнее, чем менее заметна. Потому что как только ее не видно, значит, мы хорошо выполняем свою работу. Я каждому из вас хочу сказать огромные слова благодарности за ваш труд, за вашу работу, за вашу инициативность, за то, что вам не все равно. На территории муниципалитета 43 котельные, 32 водозаборных узла и порядка 500 тепловых и водопроводных сетей. В этой огромной инфраструктуре трудятся люди, отвечающие за безопасность и благополучие жителей многоквартирных домов. В связи с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации округа и Совета депутатов. Я вам желаю от имени Совета депутатов, от себя лично, чтобы было поменьше аварийных ситуаций, чтобы все было планово, вы проводили побольше времени со своими семьями, и чтобы всегда вас чествовали благодарностью только в ваш адрес. Заместитель генерального директора МУПУ КЖКХ Ирина Герасимова трудится в коммунальной сфере более 45 лет. И с каждым годом любовь и интерес к профессии только растут. Работа с организациями входит в мою сферу, работа с жителями, ну и не исключает работы и с производством. То есть я не стесняюсь лазить по подвалам, ходить по подъездам. Жилищно-коммунальное хозяйство, оно год от года развивается. Появляются новые направления, новые технологии. Работать всегда интересно. Особое внимание было уделено специалистам, которые в середине января участвовали в ликвидации аварии на котельной в поселке Дрожжино. Отметили также и волонтеров. Добровольцы приносили теплые вещи и обогреватели по просьбам жителей. Позвонили где-то в 14:30, мы уже в 15:00 мы уже собрались, и то есть соцработники, волонтеры, мы вот прибыли в Дрожжино, чтобы помочь людям. Получившие награду коммунальщики отметили, что важнее всего для них благодарность людей, ведь отрасль ЖКХ затрагивает интересы каждого жителя округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В марте исполнился 51 год со дня основания отрядов юных инспекторов движения, помощников сотрудников госавтоинспекции. Ребята не только сами изучают правила безопасного поведения на дорогах, но и ведут просветительскую работу среди сверстников и взрослых. В Бутовской школе номер 2 прошло праздничное мероприятие. В игровой форме учащимся напомнили правила дорожного движения, а сотрудники ГИБДД поздравили своих юных коллег с днем рождения организации. Отряды ЕИД – это творческие объединения школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения среди учащихся своей школы. Школьникам показали тематические видеоролики. Вместе со старшими коллегами ребята разобрали различные ситуации на дороге. А по завершении мероприятия новым членам организации вручили удостоверение юных инспекторов. Анастасия Биктимирова. Поздравляем! Профилактическая работа с подрастающим поколением будет продолжена.
За тысячами текстов искренний интерес и находчивость людей, сделавших журналистику делом своей жизни. Сотрудники газеты «Виновские вести» провели для учащихся 9-й школы мастер-класс, раскрывающий секреты этой увлекательной профессии. Журналистика – умение грамотно писать, четко формулировать мысли, но главный залог профессии – любовь к своему делу и к людям, история о которых станет достоянием общественности. На мастер-класс собрались ученики 9-й школы, в чьи интересы входят общение с аудиторией и знакомство с интересными героями. Меня очень интересует сфера журналистики, телевидения, и мне очень интересно послушать поподробней. Чем тебя привлекает профессия? Ну, она творческая. Там можно покреативничать, это я очень люблю делать. И плюс связано с широкой аудиторией, мне это тоже нравится. Я смогу познакомиться с новыми интересными людьми, я смогу красиво и четко говорить. Вот это самое главное для меня. Интерес к гуманитарным наукам появляется именно на школьной скамье. Так в профессию пришла Этерика Беридзе, чьи способности в юности отметила учитель русского языка. Журналистский опыт Этери Акакиевны более 45 лет, 33 из которых она трудится в газете «Видновские вести». Чем больше ты читаешь, тем больше к тебе приходит слов, которые можно уделить читателю. Очень важно, когда он говорит образно, он говорит убедительно. За время работы в «Видновских вестях» Этерика Беридзе рассказала читателям истории ветеранов Великой Отечественной войны, летчиков, космонавтов, деятелей культуры и, конечно, простых жителей. Однако газетный разворот – это работа целой команды. С Этери Акакиевной всегда работают фотограф и верстальщик. Об этом ученикам рассказала главный редактор газеты «Видновские вести» Елена Замятнина. Все материалы стекаются на верстку. Самый главный еще человек в газете – это верстальщик. Вот он берет эти пазлы и складывает. Из этого складываются страницы. На мастер-классе ребята предложили ознакомиться с газетой. Лейле Азизовой понравилось приложение «Спорт», проливающее свет на новости из жизни физической культуры. Я сама спортсменка, я занимаюсь профессиональным плаванием, и поэтому мне это все тоже интересно. Работать с культурой спорта и быть каким-нибудь, не знаю, журналистам, которые берут интервью у спортсменов, потому что интересно услышать их впечатления после, там, например, их соревнований, выступлений. Мастер-класс позволил учащимся узнать больше о профессии журналиста из первых уст и дал возможность креативно проявить себя в гуманитарной сфере. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке прошел открытый турнир Московской области по русским шашкам «Видновский дебют». Его провели под эгидой Федерации шашек Подмосковья. За несколько комплектов наград поборолись более 60 участников. Наблюдал за интеллектуальными поединками Максим Козлов. После ремонта Центральная Видновская библиотека стала многофункциональным культурным центром. Именно здесь было решено провести открытый турнир Московской области по русским шашкам «Видновский дебют». Видное – это литературная столица Подмосковья. Но я уже вижу, что сейчас получается так, что Видное становится и шашечной столицей Подмосковья. Как говорится, на шашечном языке удачных дебютов и победных эндшпилей. Более 60 участников из 8 городов области и Москвы разыграли 6 комплектов наград. Возраст спортсменов, которые принимают участие в турнире, от 6 до 80 лет. Это 5-й турнир в городе Видное. Мы его первый назвали в 2019 году «Видновский дебют». Так он у нас и остался, «Видновский дебют», хотя мы уже перешли в «Миттельшпиль». И, надеюсь, будем продолжать. Раньше мы проводили соревнования во Дворце спорта. Но сейчас вот библиотека предоставила нам прекрасное помещение. Несмотря на кажущуюся простоту, шашки являются довольно сложным интеллектуальным противостоянием. В зале собрались люди, по-настоящему влюбленные в эту игру. В Ларце решили провести такой турнир. Он был для всех желающих, даже кто не умеет играть. Я решила туда пойти, мне понравилось, и вот с того момента я стала ими заниматься шашками. Когда не нужно сдаваться, только идти вперед. Даже несмотря, но если что-то не получается. Подготовка у спортсменов разная, но авторитетные игроки, присутствующие на соревнованиях, отмечали, что видновский турнир неизменно привлекает сильнейших. Уровень ребят очень хороший. Есть несколько кандидатов в мастера спорта. Даже один мастер спорта играет, который вот прям на недавно закончившемся первенстве России занял 3-е место. То есть состав очень представительный, поэтому очень интересный турнир с очень хорошим составом. Не случайно турнир проходил именно в библиотеке. Подмосковная федерация шашек начала активно сотрудничать с этими культурными учреждениями.
Федерация шашек Московской области как раз в конце февраля запустила проект обучения инструкторов в библиотеках. И когда мы с Владимиром Владимировичем разговаривали, говорю, так давайте проведем как раз турнир по шашкам в библиотеке. И руководство библиотеки очень позитивно, положительно откликнулось на это все. И сама площадка тоже очень прекрасная. По итогам соревнований четверо видновчан смогли получить призовые трофеи. Это Мария Демова и Наталья Голубенко, получившие, соответственно, золото и бронзу в категории женщины, Валерий Галиуддинов, взявший серебро в категории мужчины, и Ирина Баранчикова, завоевавшая серебряную медаль среди девушек до 17 лет. Она и поделилась с нами секретами мастерства. Я всегда, вот каждый день играю в определенной программе с различными людьми. Нужна целеустремленность, нужно быть готовым к тому, что придется много заниматься, и сразу у тебя ничего не получится. И на это нужно очень много времени. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Около кинотеатра «Искра» работает ярмарка под названием «Широкая масленица». Богатый ассортимент продукции идеально подойдет для того, чтобы отметить этот народный праздник. На шопинг отправилась Юлия Стаферова. Ярмарка рядом с кинотеатром «Искра» уже стала любимым местом у жителей. Каждый день сотни горожан приходят сюда за покупками, потому что здесь найдется все на любой вкус и кошелек. Приобрела кофточку. Нет. Здесь дешевую. Взяли курточку, приобрели ребенку. Довольны. И продукты, и вещи. Все на высшем уровне. Светлана Юрочкина предлагает белорусский текстиль для дома очень хорошего качества. У нас ассортимент есть постельное белье, производитель Барановичи, есть Оршален. Значит, смотрите, у нас есть полотенчики, вот такие махровые, есть вареный лен. Вот, они очень хорошие по качеству, впитываемость очень хорошая. В одном месте можно приобрести не только одежду и товары для дома, но и продукты широкого ассортимента. Ярмарка приурочена к масленичной неделе. Здесь можно купить все необходимое для того, чтобы отпраздновать проводы зимы. Продавец Евгений Гришин предлагает горный алтайский мед к блинам. Мед есть разный, есть липа, есть акация, есть гречишный, таежный, разнотравие, настоящий мед. Все продукты, которые лежат на прилавках, натуральные и фермерские. Например, Радислав Медейкин предлагает мясные деликатесы из Чувашии. Они станут прекрасной закуской к основным блюдам. Перед покупкой их можно попробовать и выбрать для себя лучший вариант. Вот колбаски на мангале. На мангале мы готовим вот эти колбаски, все натурально. Телятина запеченная, все натурально, посмотрите. Грудинка печи изготавливается на олихе. Вот сало изготавливаем, пожалуйста. Вот ручная работа у нас, колбаска. Утки, куры, все наше производство. Блюда из рыбы занимают огромную нишу в гастрономическом мире. Ее жарят на сковороде, отваривают, запекают в духовке. Из рыбы, которую продает Зара Даврищан, можно приготовить изысканные блюда для любого стола. Всегда проверяем жабрики, чтобы были свеженькие. Изумительное брюшко. Восхитительно тоже вкусно, свежая рыбка. Также форель мурманская. Тоже восхитительно вкусная рыбка, свеженькая. На десерт предлагают кондитерские изделия, которые смогут оценить по достоинству сладкоежки. Меренговые рулеты, наполеоны, халва очень вкусная азовская. У нас это натуральная халва, азовская очень вкусная, подсолнечная, тахинная, обалденная халва. Безе, прянички. Привезла я продукцию белёвский производитель. Это заварная пастила с разными вкусами, натуральными ягодами. Она очень вкусная, менее сладкая. Я рекомендую людям, кто страдает сахарным диабетом, ее можно спокойно кушать. Она не поднимет сахар в крови. Также я привезла очень вкусный мармелад. Это мармелад тоже Краснодар выпускает. Тоже он идет без сахара, он идет на агар-агаре. Это соки на водоросля. Ярмарка «Широкая масленица» около кинотеатра «Искра» будет работать до конца недели. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. Наш телевизионный вечер продолжается. Прямо сейчас на телеканале «Видное ТВ» смотрите новый выпуск проекта «Видное Z. Герои рядом». Оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь. До встречи.